Что случилось? Проблема та же, неправильно повешена люстра. Мастер тот же? Мастер тот же. О, отлично. Дело мастера красит. О, даже работает, надо же. Всю жизнь приходится работать за себя и за того парня. Не могу понять логику заказчика. Один светильник установили неправильно. Вместо того, чтобы выматюкать и выгнать, его просят: установите нам, пожалуйста, еще один, мы вам доплатим. Установил. Теперь это все нужно снять и переделать. Сначала убираю крюк, делаю надпил и обламываю. Собираю крепление, затягиваю гайки, иначе люстру не укрепить. Сверлю потолок и устанавливаю кронштейн. Дюбель нейлоновый, пятерочка, саморез 3,5 на 35. Теперь нужно собрать внутренний монтаж. Зачищаю провода. Выключатель одинарный, поэтому соединяю следующим образом. Коричневые с коричневыми, синие с синими. Подтягиваю гайки, чтобы люстра не рассыпалась. Скрутки пропаиваю. Кончики залуживаю. Остается подвесить и подключить. Провода соединяю при помощи обычного клемника и прикручиваю люстру к кронштейну. На эту работу даю пожизненную гарантию.